Прогноз на октябрь 2024 года. Октябрь – это время возможной остановки. Желание заземлиться и вернуться к чему-то старому. К тем проблемам, которые вас тревожат уже давно, но вы никак к ним не подступились. Особенно если это связано с финансами, взаимоотношениями в семье или с детьми. Сейчас не лучшее время для того, чтобы начинать обучение, потому что может не хватить сил или могут резко проявиться претензии, что вы как будто бы знаете уже все. На самом деле, это проявление гипертрофированного эго. Ведите дневник благодарности, находите в каждом дне что-то простое, счастливое и ценное, чтобы трансформировать негатив претензий в чистую позитивную энергию. Ум подобен плодородному саду, и чтобы он расцветал, ты должен изо дня в день ухаживать за ним. Не позволяй своему разуму зарастать сорняками скверных мыслей и дурных поступков. Охраняй доступ к своему уму. Заботься о его здоровье и силе. Тогда он привнесет чудеса в твою жизнь. Но сперва нужно дать ему эту возможность. Цитата из книги «Монах, который продал свой Феррари». Октябрь начинается с коридора затмений, который полностью завершится 7 числа. 2 октября – солнечное затмение и конец периода Питрупакши. Затмение будет вечером, поэтому постарайтесь слушать интуицию и находиться в состоянии внутреннего штиля. Тогда внезапные беды обойдут вас стороной. Плюс это хорошее время для того, чтобы подумать, являетесь ли вы жертвой каких-то обстоятельств и того, как из этого состояния можно выйти. Один из способов – это потребовать компенсацию того ущерба, который вам нанесли, не побоясь идти в суд. А теперь поговорим о датах. 1 октября. Юпитер находится в Мригашире в Тельце. Хочется комфорта и почитать на лаврах. Хорошо кушать и говорить неторопливо. К человеку приходит благо легко, когда он сам находится в состоянии легкости. Уран в Накшатре критика. При этом внезапные, резкие, вихревые жизненные уроки или осознания, связанные с родом и финансами. Это болезненно, но на пользу. Позже вы поймете почему. Марс в Близнецах в Накшатре Пунарвасу. Мужество, хотя проявляться оно может нетрадиционным способом. Возможны проблемы с фокусировкой и пустой тратой энергии в попытках найти ответы. Марс очень миролюбиво настроен и предан дому. Меркурий в Накшатре Хаста – веселье и беззаботность, спасая людей от депрессии. Кету в Накшатре Хаста может давать много разочарований в жизни, но суть такого положения заключается в способности распознавать жизнь за пределами ее текущих ограничений. Мы помним, что у Кету нет головы, он не может произнести слова, которые для него определила Хаста. Здесь интуиция и сила мантр поможет выяснить скрытые проблемы Кету. Венера в Весах и в Накшатре Свати. Тут она проявляет свою силу. Здесь акцент на отношения и понимание различных путей, существующих в мире. Здесь много новых идей, а также возможности их распространения. Это как «а давай попробуем?» «Давай!» И люди открыли бизнес. Или бизнес, исходя из собственных потребностей, которые созвучны большому количеству людей. Плутон продолжает создавать ограничения. Сатурн в Накшатре Пурвабхадра. Человек не находит ничего интересного в житейских проблемах. Карма была отработана, и новая энергия уже готова отказаться от земной ответственности. Осторожность Сатурна еще может пригодиться. Приобретенная мудрость все еще важна. Раху в Накшатре Уттарабхадрапада обещает путешествие в замечательные места. Те шаги, которые он делает для их достижения, изначально могут быть неверными. Он стоит на пороге перемен, которые не могут быть выражены через упрямство или чувство собственной значимости. Раху по Уттарабхадрападе ретроградный и думает, что все уже понял, но на самом деле он просто барахтается в океане глубокого космоса, еще не зрелый в достаточной мере для того, чтобы с ними справиться.
Раху в Накшатре Утара Бхадрапада с 6 июля 2024 года по 24 февраля 2025. 3 октября – Сатурн в Сатабхише, озабоченность тем, чтобы возвысить других. Дает контроль менее полезных желаний для человека. Тут Сатурн дает реализм. Сатурн управляет Водолеем, и Раху ведет себя как Сатурн. Такое двойное влияние Сатурна достаточно сложно выдержать, если только действия человека не направлены на служение человечеству. Борьба с Сатабхиши может быть сложна, но наградой могут быть открытые двери, ведущие к связи с космосом. Возможен возврат к темам, связанным с куплей-продажей и сделками с недвижимостью, а также все, что связано с медициной и эзотерическими дисциплинами. Все, что касается темы финансов, может возобновляться, обнуляться, увеличиваться и проходить полную нестабильность. 5 октября. Венера в Накшатре Вишакха. Понимание, каким образом можно направлять человечество и как можно развивать в нем мудрость, которая приведет к духовному пути, а также большое количество амбиций и желания найти родственную душу. 6 октября. Меркурий в Накшатре Читра. Необычайная креативность. Ум используется для создания оригинальных идей. Хороший писательский навык, используйте его. Человек может стать комментатором, артистом, который постоянно дорабатывает свои труды. 10 октября. Меркурий в Весах. Помогает прийти к разрешению конфликтов и по-дружески посмеяться. Воинственность, хитрость, временами жестокость. Интерес к искусству, фотографии, музыке. Сильная потребность в признании. Читра всегда имеет элемент сомнения и неуверенности из-за слабости Солнца в знаке Весов. По этой причине ее качество и потребность сфокусироваться на структуре и понимании форм мотивированы ее врожденными сомнениями и неуверенностью. Солнце учит общению с другими. Иногда придется придержать свою внутреннюю силу, что может сказываться на здоровье. Здесь посыл – смирить свое эго. Такой человек будет подвергать сомнению свое совершенство и будет стремиться понять, кто он на самом деле. Работа над уверенностью в себе. Возможно, чего-то добиться, только работая в команде. 12 октября. Виджая Дашами. Благоприятный день для начинаний и старта новых проектов, свадьбы, финансовых операций, судебных процессов, закладки фундамента, покупки или продажи недвижимости, покупки или продажи автомобиля, путешествия, начало лечения и садоводства. Виджая Дашами – это особое событие, которое бывает раз в году. Это соединение двух слов – Виджая и Дашами, которые обозначают праздник в 10-й день празднования победы добра над злом. Считается, что это очень благоприятный момент, который способствует успеху в различных начинаниях, или, иными словами, дает возможность справиться с трудностями и выйти победителем в важных делах и проектах. И это снимает все негативные положения планет на этот день. Будьте смелее и реализовывайте самые смелые желания. Это время не для планирования, потому что его было достаточно. Это время для действия. Я освобождаюсь от всех горестей и печалей, накопившихся в моей душе. Я отпускаю от себя свои страхи и все, что мне мешает. Я чувствую, как меня наполняют радость и надежда. Я признаю свою способность ставить перед собой разумные цели и достигать их. 13 октября. Венера в Скорпионе. Возможно, вы найдете общий язык в постели, сковырнется неприятная правда в отношениях или в отношениях может наступить кризисный момент. Плюс это Экадеши. 14 октября. Меркурий в Свате. Его идеи и горизонты расширяются. Меркурий дает любовь общаться и ощущать себя в контакте с другими людьми. Планета интеллекта в интеллектуальной накшатре, в знаке, связанном с коммуникацией. Не стоит игнорировать традиции и забывать о более тонких духовных понятиях. В целом, это хороший день и последующий период для каких-то бизнес-коммуникаций.
16 октября. Венера в Накшатре Анурадха выводит на первый план любовь и аспект отношений. Нереалистичные ожидания как от любви, так и от отношений. Достигнут они любви и отношений или нет, зависит от пады, в которой находится Венера. В целом, это слабость в любви. 17 октября. Солнце попадает в Весы. Самое время позаботиться о своем иммунитете. 20 октября. Марс попадает в знак Рака. А это значит, что пора экономить свои силы и воспитывать психическую силу. 23 октября. Меркурий в Накшатре Вишакха. Нравится находиться в интеллектуальном путешествии. Такие люди открыты желаниям сексуального и материального плана и пытаются сбалансировать расцветающий интерес к духовности. Меркурий имеет врожденное любопытство и думает о движении в более духовном направлении. И здесь будет открыто много интересных дорог для путешествий, поскольку каждый пройденный этап будет показывать дорогу к следующей жизни, и это будет интриговать Меркурий. 24 октября. Солнце в Накшатре Свати желает отношений, желает ощущать связь с миром и получать поддержку со стороны партнеров. Чтобы проявить суть свати в полной мере, люди должны прожить жизнь на всю катушку, но при этом стараться не привязываться к материальным ценностям и найти тот самый баланс, к которому стремятся весы. В то же время опыт полного погружения в земные материальные удовольствия несет с собой неудовлетворенность, потому что Раху, как управитель Накшатры Свати, ненасытный. А чаша весов будет слишком смещена в одну сторону и выйдет из равновесия. Необходимость осознать необходимость в других и научиться быть более демократичными в своих взглядах. 27 октября. Венера в Накшатре Джиештха. Сексуальная природа, которая ярко видна для других. Жажда познать сексуальность. Человеку может казаться, что это единственный смысл жизни. Неправильные отношения могут привести к тому, что человек погрязнет в негативе и сложных ситуациях. Экадыши. 28 октября. Марс в Пушье, и до конца месяца он будет там. Когда нет сил сопротивляться обстоятельствам, может прийти помощь, если вы найдете в себе силы попросить ее. Такой непростой месяц ожидает нас. Я на всякий случай повторю, что 12 октября Виджая Дашами – это самый благоприятный день октября. То, что вы услышали про Накшатры, более глубоко описано в моем курсе «27 ключей судьбы», где я подробно разбираю каждую Накшатру, то есть созвездие, которых всего 27, разбираю каждую паду, всего в гороскопе их 108, и разбираю положение каждой планеты в Накшатре. Поэтому это может существенно понять причины определенных событий в жизни человека. И, как обычно, я желаю вам находиться в этом месяце в состоянии легкости, радости и великолепия. Не забудьте поставить огонечек или лайк этому видео.